думаю, любой творческий человек меня поймет. Я очень люблю делать съемку, очень люблю природу. И поэтому совместил эти два моих любимых занятия. Снимаю все подряд и собираю информацию. Допустим, одни любят фотографировать, я люблю снимать. Одни любят футбол, я люблю снимать. Третьи любят баскетбол, я люблю снимать. Четвертые любят водку, я люблю снимать. Там пятые не могут прожить без экстрима. Я люблю природу. У каждого свои ценности, но если не понять главное из них, если не начать учиться определять среди всего того потока информации и тех же самых принципов, которые нас окружают, главное, суть, при отсутствии которых все остальное просто рушится. Вот. Если этого не научиться делать, расставлять приоритеты. Я очень хорошо научился это делать, моя работа меня научила. Когда ты работаешь в отделе напитков в крупном супермаркете, а на праздник у тебя разрывают всю витрину, и ты не знаешь, чем тебе себя занять, начинаешь думать, а что же важнее, что берут больше, что дороже. Какую пустую полку заполнить в первую очередь? Тогда уже начинаешь понимать, как все это происходит. То же самое здесь. Если мы продолжим загрязнять воду, землю и воздух, все остальное будет уже не иметь никакого значения. Когда люди это поймут, если не сейчас, уже будет поздно. Подумайте над этим. Это очень важно.